Британские ученые намерены создать систему раннего предупреждения новых пандемий. Для этого они используют миллионы тестовых мазков на ковид. Их применят к другим опасным респираторным вирусам, таким как грипп, который этой зимой оказывает давление на системы здравоохранения по всему миру. Проект ограничится не только лабораторией, но еще и тремя рефрижераторными контейнерами. Именно здесь при температуре в минус 20 градусов по Цельсию хранят миллионы образцов, оставшихся после массового тестирования в ходе пандемии. Это все еще важный ресурс, поскольку они могут содержать многие другие вирусы, заявили специалисты. План заключается в том, чтобы разработать тест, который выявлял бы все другие респираторные инфекции, имевшиеся у людей на момент тестирования.